Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Ну что же, у нас закончился турнир, и мы с тобой забираем награды. Как ты заметил, Лига Мастеров 3 звезды. Так, голый Пит. И вот они, мои осколочки дорогущие. Так, друзья мои, ну что, сегодня я немножко не успел, как говорится, к самому-самому началу, потому что проспал, если честно. Засиделся сегодня допоздна. Но, тем не менее, на моих часах 3 часа 48 минут. Давай-ка попробуем что-нибудь эдакое чудануть. Как говорится, ну а вдруг? Ну а вдруг? Кто его знает? Вдруг мы с тобой опять попадем в Лигу Мастеров. Но я, честно говоря, очень сильно в этом сомневаюсь. Но надежду, как говорится, не оставляю. Посмотрим. Как говорится, может быть, все-таки улыбнется нам удача. Все равно здесь пока делать нечего. Мы с тобой будем бомбить арену. Потому что понедельник, он вроде бы как день именно для буста, с одной стороны. А с другой стороны, ребята, это практически, как тебе объяснить-то, понедельник, такой день именно для черепашек, что здесь кроме буста делать больше и нечего. Понимаешь? То есть мы просто с тобой вот проходим арену. Так, поехали. Раз, два и три. Отлично. Накатили, как говорится, по маленькой, да? И побежали дальше в бой. Так, воин 3 звезды, 74-я позиция. Ну, я прям уже, ребят, чувствую, что идет какая-то напряжечка. Так, 12-13 возьму. Угу. Третий поединок, 4 персонажа. Ну, в принципе, так и должно быть. Поехали. Кстати, друзья мои, вы не написали в комментариях, что вы думаете по поводу Леонардо Ролевого. Я имею в виду в прокачку. Было бы... Не вылетай ты, ё-моё. Ну, вот и скажи мне на милость, как можно так играть, если она постоянно у нас будет вылетать. Зачастила. Причем я заметил, что именно когда идет у меня запись. Может быть, какая-то нагрузка чрезмерно идет. Я не знаю, с чем это связано, друзья. Абсолютно не знаю. Так, так. Я только одного не понял. Мы с тобой тот поединок проиграли, выиграли. У нас как там персонажи отыгрались? Что вообще произошло, блин? Давай начнем так вот. Отлично, Майки отдыхает. Давайте торнадо. Ну, так и должно быть. Так оно запланировано, по крайней мере. Так, двигаемся дальше. И посмотрим. Ага, это мы только сейчас до элиты добрались. Я уже думал, мы в самураях пляшем давным-давно. Но, видимо, не судьба. 12-14. 12-14. Блин, ну что-то действительно медленно как-то идем. Это получается у нас пятый поединок. А почему только 4 персонажа? У нас уже должен быть, ну, пятый боец как минимум. Игра опять начинает покосить мне. Пора уже, ребята, к этому привыкнуть, с этим смириться. Но нет, я абсолютно не хочу с этим соглашаться. Так, элитушка 2 звезды, ранг 80-й. То есть вот мы начинаем потихонечку, ребята, сдуваться. Возможно, после этого поединка мы даже не перейдем на следующий ранг. Такое может быть. Блин, времени прошло всего лишь 52 минуты. Ну, я имею в виду, ребят, как откат произошел, 52 минуты прошло времени. И уже вот такая вот идет сложнота. Не нравится мне это все, конечно. Ну, а что делать? Куда деваться? Кому сейчас легко? Но, нет, смотри-ка, в элиту перешли мы с тобой. 3 звезды. Ну, может быть, все-таки до самураев тогда тянем. О, 13-16, отлично. Да куда мышка-то все время? Блин, мне, ребята, этот коврик. Коврик уже, как тебе сказать, он уже не замылился, а
Ну, знаешь, когда постоянно елузишь по нему, он уже такой становится, типа... Как-то, блин, объяснить-то тебе. Ну, блин, я даже не знаю. Ну, замызганный, скажем так. Знаешь, такой, не такой гладкий, какой-то весь покоцанный, жирный. Поэтому начинает мышка именно на нем подтормаживать. В общем, ребят, я не знаю, заказал себе, короче, воду на проц. Посмотрим, может быть, нет никакой точной гарантии. Может быть, моя башня не справляется с процессором, из-за этого, наверное, подтормаживает. Может быть, ребят, но башню, ой, эту водянку я все-таки заказал. Посмотрим, будут ли какие-то изменения. Но мне почему-то кажется, что проблема не в этом. Хотя изначально у меня стояла вода. Вы помните, да, ребята, она у меня сгорела. И перед тем, как она сгорела, у меня были точно такие же проблемы. Постоянно зависания какие-то были, подтормаживание. Может быть, башня не справляется. Хотя показывает температуру на моем процессоре 70 градусов. Ну, не знаю. Посмотрим, поставим воду. Посмотрю, скажу вам потом, какие результаты. Если нет, буду дальше искать, что проблемы. Но не в видеокарте, это однозначно. Может быть, в оперативе. Хотя, не знаю, ребят, не буду ничего пока даже думать. Начнем, как говорится, с малого. Вообще давно хотел уже себе, на самом деле, поменять, как говорится, системный блок и всю его начинку. Потому что уже, ну, процессор уже, честно говоря, устарел. Вот. Потому что уже есть новые модели. Но, если честно, надо меня переходить уже на DDR-ку 5. Но ценник, ребят, ценник очень дорогой для этого всего. Так что пока потерпим. Так, ребят, ну что, самурай, 2 звезды. 14-18. Самурай, 2 звезды. Но это, ребят, не сёгуны. 3 звезды. Это всего лишь самурай. По-моему, мы уже с тобой 2 раза лопухнулись, я в плане того, что мы взяли один и тот же ранг. А это плохо. Это грустно. Печально. Так, ну давай, звездани. Да ладно, ты еще и муху даже не вырубил. Ну, ну что это? Блин, ну и команда. Какая-то команда труфеля, на самом деле. Я не понимаю. Иди ты отсюда со своими топаньями. Этот еще свои гранаты сейчас бросит. Фокусник, блин, тоже мне нашелся. Так. Муха, давай, сделаем таким образом. Жалко, друзья мои, что она когда хиляет, дебаф не снимает. А на нас, как ты видишь, висит постепенный урон, который мне совсем не нравится. Это что сейчас было такое? А ну-ка. Отлично. Подожди, у нас 45. Вот они, ребята, 45 и 42 уровень. Да как так может быть, чтобы мы их, блин, даже не можем разобрать? На самом деле это очень, ребят, несправедливо. О каких равных силах здесь может быть разговор? Если я его ковыряю, одного персонажа практически всем отрядом, и никак не могу разбомбить. Самурай, 3 звезды. Угу. Так, 14-18 у нас, по-моему, и было, да? Так, а мы с тобой уже дошли до 70-ников. Это говорит о том, что мы с тобой, ну, сейчас, наверное, сейчас перейдем уже в Лигу Сёгунов, скорее всего. Но Лига Сёгунов — это одно, а Лига Сёгунов 3 звезды — это совсем уже другое. Так, давай, Шреддер, влупляй. Прекрасно. Эх, прекрасно. И смотрим. Ага, вот. Вот тебе и Лига Сёгунов. Нет, друзья мои, не перешли. 15-19.
А раз не перешли, значит потеряли. Потеряли уже, как говорится, один ход. А того мы потеряли уже тогда, получается, 4 хода. Если брать в совокупности. А 4 хода это уже, ребят, дофига. Каких-то тут Лиги мастеров и речи быть не может. Уже не успеем в любом случае. Давай, накатывай ему. Жаль, жаль, конечно, очень жаль. Хотелось мне как лучше, получилось как всегда. Ну что ж, Лига Сёгунов, ну, 82-я позиция, ребят, опять же, 2 раунда нужно будет провести. Может, дашь все-таки мне 16-20, а? Вряд ли, конечно. Но внутри-то надежда теплится, что... Ну а вдруг? Вдруг что-то произойдет с игрой, и она мне подкинет 16-20, или сколько там, 15-20? Да нет, ребят. Понятно, это бесполезный... Бесполезный, как говорится, вариант. Раз, два, три, четыре, пять. Ну что ж, уже восьмидесятники у нас вступают, как говорится, в бой. И поехали. Так, змея Карай крикнула. Я Ванюшу вырублю, хотя надо было Пита гасить. А вот так сделаем. Идеально. Идеально получилось. Так, переходим с тобой. Или не переходим? Не, какой там. 33-я позиция. Н-н-н. Ну, ничего не поделаешь. Так, 15-19. Вот, 15-20, ребята. Правда, поздно уже мне эти 15-20 давать. Нет в этом никакого смысла. Уже не успею. Давай, кунаичи, жги. Ой. Так, сёгуны. Да, ребят, сёгун 2 звезды. Ну вот теперь подумай сам. Нам нужно зайти в сёгун 3 звезды, и при всем при этом еще нужно, естественно, эту дорожку пробежать. То есть, как минимум, надо на 7 поединков, ребята, чтобы персонажей было. У меня столько не наберется. 35 персонажей, да, надо будет, грубо говоря. Какие тут 35 персонажей? Тут, дай бог, десяточек наберется. Ладно, фиг с ним. Отыгрывать будем все равно, в любом случае, никуда от этого, к сожалению, не деться. Так, погнали. Тыдыч. Ну и вертушка, добивка, конечно же. Конечно же, добиваем именно через вертушечку. Все, наказали. Ну, давай, 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 давай. Быстрее, быстрее, быстрее. 40-я позиция. Так, сороковая. Ну, после этого поединка мы, конечно, перейдем. Но это будет Лига Сёгунов, ребят, только 3 звезды. Лига Сёгунов, 3 звезды. Так, так, так. И у нас остается персонажей ровно на один поединок. Нет, никак, к сожалению. Сегодня не фартануло. Возможно, ребят, из-за того, что я немножко не успел. Может быть. А может быть, в чем-то другая проблема. Может быть, в том, что нам сегодня очень хреновенько заходила именно лига. То есть нам не давали с тобой такого проброса, как мы обычно берем, да, на ускорение. А где-то затормаживали. Где-то одни и те же ранги были, где нам приходилось просто ковыряться здесь долго. Да, нам не хватит буквально 2-3 поединков. Если бы вот где-нибудь там не застревали бы на одном раунде по 2 раза, то у нас бы все было бы четко. А так, к сожалению, ребят, не выходит нифига. Да и ладно, в конце концов, как говорится, все-таки недавно совсем брали с тобой Лигу мастеров с одной заходки. Грех, как говорится, жаловаться, да, ребятушки? Грех жаловаться.
Че, давай вмажем им по маленькой. Сразу ушатаем. Нет, смотри-ка, ну вот как, ребята, сплинтер на 58 уровне выдержал урон от супер шредера на 100 уровне. Ну это просто, ну, да какая бы у него там защита ни была, все равно нереально выдержать урон, потому что он почти в два раза круче тебя. Нет, сплинтер стоит, как будто ни в чем не бывало. Ну фигня полная, ребят. Ладно, последний поединок. Мы приблизимся, ребят, конечно, чуть-чуть, но, к сожалению, не возьмем. Не возьмем сегодня Лигу Мастеров. Но позиция будет где-то очень близкая. Может быть, где-то 20-30 ступенек нам не хватит. Я тебе говорю, это где-то 1-2 поединка мы с тобой продинамили. Вот за это, как говорится, и расхлебываемся. А так, в принципе, сегодня нормально шли. Очень даже неплохо. Да нам даже совсем чуть-чуть не хватит. Да, да, одного поединка, ребят, не хватило, честно говоря. Одного поединка просто. Ладно. Возьмем с тобой награды. Так, давай сюда зайдем. Заберем здесь. Так, и пойдем. Пройдем серию испытаний. Серия испытаний у нас начинается с самого начала. Погнали. Волна 1-1. Ты что ты там хмыгаешь? Вот тоже, ребята, вам, как говорится, сравнение. Три маузера стоят перед нами 80 уровня. И они ходят первыми. 80 уровня, не 100, как у нас, 80. Ну с какого перепуга вы ходите первыми? Вот объясни мне. Да какая бы там инициатива ни была, все равно они ходят первыми. Хоть ты сюда кого, все равно они будут ходить первыми. Я не знаю, ребят. Нету, нету справедливости. Ладно. Заберем здесь награду. И теперь идем с тобой. Так, мы... А, ну да, Донателло, давай-ка. А, Донателло, Донателло. Слушай, мы, кстати, ему 2 уровня поднимаем. 82-й он у нас уже стал. И здесь нам надо найти... Ага. 2 геймпада. Фиг, найдешь. Мы в тот раз с тобой... пытались найти, не получилось. Сейчас, наверное, тем более не получится. Ну да, джойстики, да джойстики управляют всякие. Вот ему, да, геймпад нам дать проблемно. О, один выпал. Надо же второй сразу же. Крут. Так, и 10 ящиков с инструментом. Ну, здесь проще, ребят, все. Наверное, да. Идет, идет ящик. Так, получается, второй. Это третий. Так, четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. И последний. 10 ящиков, все, ребят. Ну что, прокачать, да, у нас хватает, ребят. И до 6 ступени. Все, по скиллам, ребята, на Донателло у нас все. Теперь... Теперь кого я собирался прокачивать? Ребят, помните, кого я собирался прокачивать? По скиллам именно. Черт, я забыл. А кто у нас, давай скажем так, не прокачан? Здесь, по-моему, все абсолютно прокачаны. Нам придется, наверное, не... Так, Рафаэль, ты тоже же прокачан, да? Ну да. Слушай, подожди, дай-ка я гляну, ребята. Массовые-массовые атаки. Я вот вижу у Рафаэля Ролевого. Блин, 15 тысяч не хватает. Не хватает чуть-чуть. Так, открыть колоду. Открыть колоду не получится.
Ну, можем сделать хитро вот так вот. Оп. И мы открыли с тобой колоду. Как-то так, друзья мои. Ну что, на сегодня, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.